14 пошла по стопам сестры, стала добровольцем. Сегодня Соне 18, за ее спиной большой опыт волонтерской деятельности. Добрые дела для девушки стали образом жизни. Я получаю позитивные эмоции. Для меня это прям очень важно, чтобы человек, когда я ему помогла, просто мне улыбнулся, мне этого достаточно. Сейчас она разрабатывает разные акции и проекты, а также помогает курировать молодежь. Александр Якушевич убежден, Соня – один из самых ответственных и творческих волонтеров. Начала именно с помощи людям, а потом у нее появились очень интересные идеи по организации мероприятий для детей и для молодежи. То есть первое мероприятие она проводила неделю назад. Это были рисунки на асфальте совместно с музыкантами. И вот сегодня ее второе мероприятие. Сегодня она собрала юных волонтеров на мастер-классе по приготовлению классической пиццы. Под руководством бренд-шефа одной из популярных сетей ресторанов они научились всем тонкостям кулинарного процесса. Сегодня я, во-первых, показал ребятам, как же работать с правильным тестом. То, что тесто должно быть правильное, да, вызреть, так скажем. Как приготовить правильный соус. И сейчас вторым этапом ребята будут именно правильно раскатывать тесто. Потом мы поговорим о температурах, при котором это все должно выпекаться, и непосредственно уже будет дегустация. Такие мероприятия ребят сплачивают и позволяют устроить так называемый брейншторм, когда каждый предлагает свои идеи по развитию волонтерства в округе. В период коронавируса Соня внесла большой вклад в популяризацию здорового образа жизни. Она возглавила волонтеров-медиков. Мы помогали в больницах во время коронавирусной инфекции. Мы просто проводили акции по типу гематогенка вместо сигаретки, ходили по улицам. Мы пропагандировали здоровый образ жизни, делали разные флешмобы спортивные, танцевальные. Все, что поддерживало здоровый дух. Соня решила связать свою жизнь со служением народу. Сейчас она учится в университете по направлению социальная работа в различных сферах деятельности. В этой сфере опыт у нее уже есть, и немалый. Поэтому заниматься девушка будет действительно любимым делом. Эмилия Аркелян, Фарид Харидинов, телекомпания «Одинцова».